Вот сегодня у нас 9-е, долго записывали. Уже приехали гости к нам, Галя. Володя побежал, она позвонила. Она звонила, что приедет. О. Вон там сейчас будет видно, как они идут. О, и зайти надо туда было, все. Татьяна привезла глихерию. Я не разрешил брать. У нее родители неверующие, опасно. А потом вижу, как она тут, девчонка, льнет к ней. Я тогда открыл дверь и крикнул: «Забери!» Но она глихерия кинулась со всех ног, Надежда Васильевна, заперлись. А вот Татьяне что-то надо передать, и она зашла сейчас. Видите как? И Татьяну-то жалко, ей в ночную идти. Хоть 10 детей, если бы родители сами отдали. А то от этих можно что угодно ожидать. Вот она идет, все. Светло. Какой-то ребенок шел, упал, вот так вот. Дома упадет, разобьется, ничего нету. А если где-то в чужих руках, все насваливает на что-то. У меня было в детском лагере. Ребенок приехал, и неделю прошла, он там на качелях качался тут и повредил спину. А родители, это в лагере повредился, заплатите за ребенка. Да ладно, ребенок сам восстал и говорит: да это неправда же, баба. Я вот на этих качелях качалась. А в другом месте так, пошли в баню, Алеша звать его, ребенка. Привезли без разрешения. На следующий день его повели. Ну и в бане увидели, у него щесотка. Ту же ночью его отправили, ребенка, с попутной машиной в Барнаул. А мать тогда и говорит: это вы его там заразили, щесотка. Он говорит: мама, да меня же здесь лечили, да не долечили. А мать пила, и мать тоже села. Мать, родители пакости делают. И вот у нас случился пожар, а мы через стенку были. Мы-то все выскочили, а она пьяная сгорела, обуглилась. Все. То есть никого не обманешь. Надо жить по-честному. Ребятишек жалко, девчонка, ну, можно было заниматься, но никак. Закон такой сейчас вот, без согласия родителей, то и то не делай. Все, пока. Игорь Глушков приехал сегодня, у нас 3 марта, забрать свой прицеп. А мои собачки.
Приезжают забирать свою тачку. Надежда Васильевна помогает ему. Вот как хорошо. О, приехал Глушков. Володя только что ворота открывает. Тот звонит, у нас закрыто. Ну, пошел открывать. И калитка была закрыта у нас. Вот он. Звонит. А уж время-то не худо. 9:30, а мы все еще на улице не выходили. Тут у нас насчитывали, молились, считали. Володя сейчас будет ворота открывать. Вот она. Все, заезжай, дорогой брат. Видно, там вторые ворота. Воротину открывает. Ну, вот он у него берет прицеп. Ему прицеп надо забрать, видимо. Вот так. Вот он. Заезжает. Это сегодня у нас 14 марта 2017 года. День Евдокии. Все, заехал. Это Надя Муха пришла с Володей Пенкиным. Побыли они у нас сегодня в гостях 6 апреля. У ней там своя машина. Она приглашает.
Кто же это приехал? Звонил Никита. За картошкой приехать. Что-то похож на Кирилла как будто бы. Правильно или неправильно. И машина вот какая у него. Что-то говорят, надо сделать туда, чтобы слышно было и говорить можно было. Сегодня 23 марта. Равноденствие, день равен ночи. До 2 должно быть первое полнолуние, и за ним тогда, если оно не позже пятницы, в первое воскресенье Пасха. Вот так. Это слишком близко. Почему-то не дает приблизить. Ну ладно. Сергей Пупков приехал. Пора ехать. Он таксистом работает. Сломался Игорь, сейчас с мотором. Поехал, брат наш. Ну, он его тут вытащил, там в мастерскую, говорит, отвез и привез остатки продуктов, что остались.